Перед началом заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне его участники посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» и возложили венки и цветы к вечному огню мемориала. Это дань памяти нынешнего поколения героям Великой войны. Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Олег Белоконев провел заседание в формате видеоконференции, подчеркнув, что участие в нем принимают и депутаты, и представители Министерств обороны двух стран, и специалисты в сфере образования. На повестке дня 9 вопросов. Основной из них – проект концепции безопасности союзного государства. И это обосновано, поскольку в современном мире слово «безопасность» приобрело особый смысл. Ключевой момент, конечно, сейчас идет разработка концепции безопасности союзного государства. Вы прекрасно понимаете, чтобы разработать концепцию союзного государства, должна быть концепция национальной безопасности и в России, и в Белоруссии. В Российской Федерации она уже есть, она и у нас уже есть, но по новой конституции, по которой мы начали сейчас жить, она должна быть одобрена и принята Всебелорусским народным собранием, которое будет избрано только в следующем году. Поэтому сейчас она прошла рассмотрение на Совете Безопасности, она доложена президенту страны, и президент поставил задачу разъяснять, работать в массах, собирать предложения, что сейчас активно производится. Но это не мешает процессу написания концепции союзного государства. Я думаю, глобальных изменений концепция национальной безопасности Республики Беларусь уже не претерпит. Также на заседании обсуждали реализацию программы по развитию пограничной безопасности союзного государства на 2023-2027 годы. Один из вопросов касался исполнения бюджета союзного государства за первое полугодие. Немалое внимание было уделено итогам военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России. Данная инициатива работает с 2016 года. В 2023 в одну из смен были приглашены дети погибших сотрудников внутренних дел. География участников расширяется. И очень замечательно, несмотря на сложные и проблемные вопросы, которые существуют, да, в каком положении наша страна находится, мы даем возможность детям, да, активным детям, дети, которые получают обучение и в суворовских училищах, нахимовских училищах двух наших республик, и дети погибших сотрудников МВД, во-первых, восстановить свои силы, отдохнуть на Всероссийском центре «Орленок». Вот. Ну а во-вторых, самое главное – это подружиться. Также депутаты заслушали проект плана работы комиссии на 2024 год и рассмотрели предложения в повестку 65-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России и очередного заседания Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне.